В совхозе работает съемочная группа Первого канала. Она снимает социальный сюжет про нашего односельчанина, который после обнаружения у него эпилепсии добровольно отказался от вождения автомобиля. Вот такие ответственные люди живут в совхозе имени Ленина. Честь ему и хвала. Он от машины отказался, потому что эпилепсию обнаружили. Эпилепсию? Ну да, и не ездит на машине. Ой, далеко-далеко ушли. Единственный, наверное, кого смогли найти. Где он? Это ездит, продолжают, а он один не ездит. Герой нашего времени.